Всем привет! Снимал очередной этап конкурса «Свадьба мечты в подарок». Участники должны были снять клип за неделю на минуту, презентовать себя и предоставить вовремя этот клип на суд жюри. А также было народное голосование, и в этом народном голосовании победил клип, в котором я принимал участие, я снимал и монтировал этот ролик. Мы – пара номер 39. Антон. И Наташа. Сегодня мы можем вам рассказать о том, какая мы красивая и романтичная пара. Но мы очень долгое время вместе, и мы понимаем, что историю творят люди и яркие события. Сегодня нашу историю географии любви вы увидите глазами других людей. 4 года назад наша семья стала свидетелем знакомства Натальи и Антона. Здесь Наташа и Антон впервые провели свою новогоднюю ночь вместе. That you was away from your lady friend. I'm glad you got the chance to be back with her and everything's working all right. Когда я увидела Антона, он казался мне таким большим и бородатым. С очень добрыми глазами. Наташа очень красивая, яркая, интересная, шикарная девушка. Подстать, как два жеребца, а жеребец и кобылка. Познакомился на своей свадьбе, а теперь решил уезжать на их свадьбу. Передаем привет от Сахалина. Следующий этап нашей истории – это свадьба. Свадьба мечты. В общем, пара очень артистичная. Мне было приятно с ними работать. Самое главное, что у них была своя крутая идея, и, соответственно, в этом они победили. Люди налайкали их клип гораздо больше, чем остальные. Чтобы нам обозначили, что делать в следующем этапе, нам очень интересно. Эмоции от выполнения первого прошли, теперь нарастает на второе задание. Да. Я уже коплю. Да. Нет. Так что вот, будем да, нервничать, готовиться. Стараться. Да. Ну все, всем привет. Да. Отзыв на меня. Как вам клип мой? Знаете, я что вам скажу? Мы с помощью данного прекрасного видеооператора сделали клип на минуту и выиграли в конкурсе. По-моему, все сказано. А сделали, сняли за 15 минут. Ну, поснимали 15 минут, монтировал потом. Да. Денек. Сделали. Сделали и выиграли. Все. Да, по-моему, да. Реклама не нужна больше, ребят. Мне понравился ролик, единственный ролик, кроме нашего. Парикмахер. Нет, кстати, не смотрел. Это тоже пиар, просто. Да. А у вас Игорь снимал? Ну, у нас ребята снимали по всей России, Игорь Бетиров. Давайте подарю. Голосуй за номер 18. Йоу, я болею за команду номер 18. Твои друзья? Да, это мои друзья. Мы с ними знакомы еще с университета и иногда работаем вместе. Жених помогает мне ремонтировать квартиру. Вау, конечно. Невеста меня стрижет, так что я... Она реально парикмахер? Да, парикмахер. Мы придумали вместе этот ролик. Ролик про парикмахера еще. Да, текст песни снимали вместе. Что все было круто. Да, если кому-то понравилась работа, я думаю, всем понравилось, то снимал ее Максим Крошкин. Такой видеоблог есть. Я это вырежу. Да, из Австрии. О, Игорь тоже крутой. О, спасибо. Я это оставлю. Я поддерживаю свою сестру Наталью. Пара номер 39. А что, кто я встретил? Мы одноклассники. Вы договоритесь сейчас. Номер 2. 15 пара, это вот, покажи. Организация супер, команда Юлечка Малова постаралась на славу. Проект уникальный. Есть какая-то пара, за которую ты топишь? Есть, но я пока оставлю это секрет.
Шикури, прям 150 рублей вот такая штука стоит, ну вот прям нереально. Спонсор нашего влога абхазский хачапури. Пока Юля могла говорить про следующий этап, мы обсуждаем хачапури. Че, ребята, рассказывайте, как вам проект устроился? Проект сам? У меня самый лучший мужчина в мире. Проект здоровский. Мы не думали, что, не знаю, этот конкурс, даже первый этап съемки видео, мы просто каждый день, я вместо обеда на работе, мы встречались где-то, снимали чего-то, орали, кричали, но по итогу все мирно, как бы без поножовщины. Ну вы прошли следующий этап, да? Конечно, мы выиграем. Ну, хороший настрой. Это настрой, да, это ни в коем случае. Прогноз, потому что как бы все честно, никаких денег никто никому не давал. Я заплатила 50 рублей. Когда у вас свадьба, если вы не выигрываете? Ну, это секретик. Ну, у вас летом. Да. Ну, в этом году. Ну, так-то да. Ну, может быть, это будет свадьба мечты. Может быть. Она в любом случае будет мечты, потому что у меня самый лучший на свете. Что вы делали на видео? Что мы делали на видео? Целовались в основном. То есть это в истории будет? Ну, типа, да. На видео мы показали все, что мы обычно делаем. Ржем, нежимся и жрем. Пожрать это наше прямо. Пожрать прям наше. И поржать тоже. Мне сегодня круто, вообще круто, ребят. Сегодня вообще здорово. Пары вообще позитивные, отличные. Мне даже кто-то приглянулся, только ты не вставляй. Я жена. Все. Как тебе как называется? Кто? А, короче, ребята, мы называемся выездная киностудия Cinema Show. А сегодня мы представляем Cinema Ящик. Я знаю, что девчонки не спят. Девчонки не спят, они крутятся. И я очень хочу, чтобы ребята осознавали это, ценили. И прям бомбили на следующем этапе. Именно спешили, мы дышим, мы так просто устали на самом деле. Мы так выложились эмоционально, что мы довольны, счастливы. И можно отдохнуть. И мы знаем, что все довольны и счастливы. Да, самое главное. Мы не врём. Хорошо, какой следующий сериал? Стилизованные танцы. Это будет настолько грандиозно, ярко, необычно, мощно, что приходите на полуфинал, ресторан «Волга», 18.30, 8 апреля, и мы сами все увидимся. Всем привет, влог Игоря Кузнецова. Я рад тебя видеть. Я тоже рад. Рассказывай, что за проект вообще? Чего? У нас здесь свадьба мечты в подарок. В прошлый раз мы с вами виделись на территории счастливых. У нас все хорошо, много пар. Сегодня прошло, как я понимаю, 16 всего пар. Было в самом начале 55 зарегистрированных пар. И вот в полуфинал у нас уже выходит только 16 пар. Сегодня дали второе задание. Это различный, но масштабный танец. Посмотрите финал, где будет 8 апреля. В ресторане «Волга» 18.30 начало. Финал? Полуфинал. Полуфинал проекта «Свадьба мечты в подарок». Уже все, выключают свет, вот уже потихоньку выгоняют. Да. Вот, так что ждем вас, ждем влог Игоря Кузнецова. Да, он будет. Давай опять. Это видео и следующее теперь будет публиковаться на моем YouTube-канале. Просьба ставить лайки, комментировать и подписываться на мой YouTube-канал. Мое основное занятие – это съемка свадеб. Чтобы посмотреть мое портфолио, переходите на сайт igorkuznetsov.com, либо, если вы смотрите ВКонтакте, то закрепленная запись на моей странице. Все, всем пока!